Ой. Вот это Эльбрус, он закрыт. А вот это гора Чигет. Конечно, просто она вся застроенная, теперь стала маленькое пятнышко. Ну, как бы, это Чигет. Вот подъемник. Люди поднимаются. Здесь понастроили всего поляну, не узнать. Я думаю, что вот это закрытый Эльбрус. Но тучки движутся. Ледник называется Синяркой. Эльбрус то открывается, то закрывается. Вот Эльбрус, но он потихонечку открывается, может быть, если Бог даст. Ну, так вот трудно увидеть, наверное. Но тучи, снег сливаются. Он был совсем закрыт, сейчас, может быть, чуть-чуть откроется. Стою, жду. Эльбрус. Мелькни хоть на мгновение своей вершиной. Дорогой, сейчас стихи напишу. Как интересно, с шапкой лежит. Шапкой туча лежит или облако на этой горе. А тут потихонечку освобождается пик Эльбруса. Уже виден выше. Так теперь выглядит в Приэльбрусе Чигемская поляна. Она вся застроена. Раньше она была такая большая, широкая. Это подъем на Чигет. Это гора, которая мешает нам увидеть Эльбрус как следует. Это вот такой огромный рынок. И тут всякие мини-гостиницы. И это, и вот там. Вот Эльбрус закрыт. Но вот это ледник внизу, так сказать, у Эльбруса. А дальше идет тучи. Вот эта же гора, этот же пик, но с другого ракурса он вот так вот просматривается между этими горами. Интересно. Тут есть тропки, люди, видимо, туда поднимают. Ближе подошли. Люди ездят. И поднимаются вот туда. А цветочки, собственно, в Приэльбрусе такие же, как и у нас. Какие-то борщевики. Потом вот эти вот, может быть, что-то типа. Вдали виднеется машук. И Гештау. Ну, как бы, очень плохо в дымке. Гештау и наша. Озеро Тамбукан вдали. Но мы приблизимся, подъедем, ближе будет лучше видно. Ой, здесь все уже. Подъезжаем к озеру Тамбукан. Здесь какое-то сооружение. Вот оно уже мелькает между деревьями, ну,
Оно должно быть потом и лучше видно. А там, где ты снимала этот маршрут сейчас, ага. Ты что, мне... Там озеро было, лежало перед ним, так красиво видно. А, может, зацепило, может, оно попало в кадр. Ну, сейчас вообще близко. Озеро Тамбукан, известные тамбуканские грязи. Вот оно. Красота. Оно километр длиной, что-то 3 километра ширины. Километр шириной и 3 километра длиной. Тамбуканская грязь очень известна. В санаториях Кавминвод ее меняют. Так заканчивается. И уезжаем. Это аквапарк. Пятигорский аквапарк. Все повернуты. Ну да. Ладно, на фоне Бештаун. Церковь в Сентуках. Пыталась снять, и не было возможности, а здесь вот как бы возможность появилась, но все трясется. Боже ж ты мой, неужели это она... С Викторией же мы там проехали. Ну, конечно, там от Виктории подвезти нас до Бешпагира близко. Кисловодский дождь, а говорят, 360 дней в году солнечные. Мы попали в те 5 дней, когда в Кисловодске нету солнца. Вот какой дождь идет. Из окна. Или еще хочешь фонтаны. Нет. Из-под колес. Это же